После ракетных ударов вооруженных сил Украины по военной базе российских войск в оккупированном городе Мелитополь Запорожской области было уничтожено 200 российских военных, 300 получили ранения. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. В результате удара также был уничтожен аэродром оккупантов. Оставшиеся в живых военные покинули территорию базы. Остальная техника была спрятана в лесном массиве. В городе остается примерно 1000 российских военных.